5 миллиардов рублей товарооборота за 9 месяцев прошлого года. Более 70 крупных и средних предприятий. Саратовская область может похвастаться неплохими показателями промпроизводства. Ульяновску есть что предложить коллегам. Два дня большая бизнес-делегация во главе с губернатором Алексеем Русских работала в Саратове и Энгельсе. Успели посетить арматурный завод, Трансмаш, Сигнал, Теплотехника и многие другие предприятия. Ульяновцы показали свои компетенции в области металлообработки, инжиниринга, поставки оборудования и материалов. Есть точки соприкосновения. Более того, я хочу сказать, что многие из наших ульяновских и саратовских предприятий уже работают, и мы сейчас передали этой работе новый импульс. Саратовцев заинтересовали наши компетенции по механообработке, по поставкам режущего инструмента, высокоточные датчики давления и многое-многое другое. В Саратовскую область приехало около 30 компаний производственного сектора. С саратовскими коллегами провели биржу деловых контактов. Стороны отметили, что сотрудничать готовы. Есть планы по взаимному расширению выпуска датчиков аппаратуры и систем управления полетами в авиастроении. Еще одно направление – автомобилестроение. Возможно, увеличение объемов производства стекол, резинотехнических изделий и приводов. Развитие таких связей, оно в целом улучшает и структуру экономики, и делает регионы сильнее, создают новые рабочие места и развитие товарооборота. Поэтому мы обязательно к вам приедем. Ульяновская область одна из первых в стране начала поиск партнеров среди соседних регионов. В прошлом году бизнес-миссии выезжали в 7 регионов, а также Республику Беларусь. В этом году установили контакты с предприятиями Татарстана. Эта работа, она приносит очень хорошие результаты. Порядка 160 действующих уже контрактов у наших производственников. Объемы уже превысили 1 миллиард рублей. Я думаю, что вот наша сегодняшняя работа, то, что вчера мы посетили заводы Энгельса, она тоже принесет очень хороший результат. Стороны планируют развивать не только промышленность, но и туризм. Так, туроператоры могут предложить гостям региона несколько интересных программ, адаптированных для приема групп прибывающих железнодорожным транспортом. А чтобы добираться от Ульяновска до Саратова и обратно было удобнее, запустят прямой пассажирский поезд. Анна Тищенко, Управда ТВ.